И вот наш второй выпуск. Товары из Поднебесной в сотрудничестве с прозрачным блогером представляют выпуск номер 2. Но озвучивать буду, к сожалению, не я. Прошу проголосовать, чей голос вам больше нравится. Мне этот выпуск не дали озвучить. Плачу. Истерика. Плохо. Очень плохо. Сейчас взорвусь. Ой, все. Итак, поехали, мои дорогушечки. Представляю вашему вниманию новые маленькие машинки, которые умеют ездить абсолютно по любой поверхности. Ну, почти. Будь то стена или зеркало, не важно. Также у этих машинок работают поворотники вправо и влево, которые очень красиво подсвечиваются. Эта машинка управляемая и быстренькая. Будет хорошим подарком для вашего ребенка. Но будьте аккуратны, придется ему объяснить, как машины могут ездить по стенам. Вместе с подарком приготовьтесь к очередному «Почему?». Заряжаются такие машинки 30 минут, управляются с помощью пульта и 4 пальчиковых батареек. Беглери – это маленькая развивающая игрушка, которая состоит из пары бусинок, которые расположены на концах короткой нити или тонкой цепочки. Игрушку закручивают пальцами, выполняя тем самым трюки. Беглери очень похожи на четки, только выпрямленные в одну линию. Как пользоваться? Существует несколько вариантов хвата беглери. Чаще всего их держат между первой и второй костяшкой, то есть указательного и среднего пальца. Такой хват позволяет увеличить длину размаха вытянутого беглери. Не стоит забывать, что этот аксессуар тоже имеет потенциал в избавлении от стресса. Поднесите монетку ко рту этой жующей копилки, и она ее съест. Деньги любят все. Очень многие любят их копить. Потому копилка – подарок, востребованный в любое время года. Эта копилка, жующая монеты, нравится всеми сразу. Это не прабабушкина глиняная кошка с расписанными боками, не стеклянная банка с монетками. Это почти живое существо, которое поднимет ваше настроение, развеселит, отгонит одиночество и грустные мысли. Однако грабит вас на монетку. Другую не забудьте. Забавный сувенир сделан из пластмассы и резины. Резиновая мордочка имеет 2 острых глаза и рот. Батарейки помогают оживать мимики. Глаза со встроенными датчиками зорко смотрят, не поднесут ли чего к ним. Но это не очень жадная копилка, так как денежку она нашу съесть не смогла. Поэтому она скромная, и ей подавай только монетки. Но смотрите, чтобы дети не накормили ее чем-то другим. А сейчас вашему вниманию бутылка H2O. Это бутылка с соковыжималкой для цитрусовых и фруктовых напитков. С такой бутылочкой очень легко и просто всегда за несколько секунд приготовить вкуснейший, свежайший, полный натуральных витаминов напиток из любого фрукта, который найдется у вас под рукой. Для начала нужно открутить основание бутылочки, где находится специальная сокодавка. Да, сокодавка, на которую насаживаем любой цитрус или фрукт. Будь то лимон, апельсин, грейпфрут, возможно даже ананас или клубничка. Потом прикручиваем основание соковыжималкой обратно к бутылочке, заливаем в нее водичечку, хорошо взбалтываем и бутылочку, нашу соковыжималку, для того, чтобы все компоненты полностью перемешались, получаем неповторимый витаминный коктейль собственного приготовления, который уже находится в удобном сосуде и который всегда и везде комфортно брать с собой. Соковыжималку можно снять и получим просто бутылочку для воды. Материал, кстати, экологический пластик, он герметичен, объем 650 мл. Ферма муравьев – это неординарная аналогия обычному аквариуму. При этом такая идея выглядит намного стильнее, уникальнее, а главное футуристично. Гелевый муравейник идеально впишется в любой интерьер дома. Теперь вы будете наблюдать не за рыбками, а, как уже сами понимаете, за муравьями. Ферма для муравьев является таким своеобразным пластиковым аквариумом, который в свою очередь наполнен специальным синим гелем или другим любым цветом. Их пища и есть этот самый гель. Представляете, если бы у людей так было? Идешь и ешь все подряд. Но волноваться не стоит, ведь он, этот гель, не токсичен и абсолютно безвреден для них. Тут же может возникнуть переживание, что же будет, если муравьи вылезут из муравейника и тому подобное. Не переживайте, аквариум полностью герметичен, так что муравьи никогда его не смогут оставить. Гелевая муравьиная ферма – это очень легко, ведь уход, как заявляет производитель, за муравьями просто минимальный, хотя на практике может быть и не так. Конечно же, сами муравьи не включены в комплект, их вам придется купить в спецмагазине или найти в ближайшем парке вашего города. К
Костюм «Неси меня» – это самый оригинальный наряд, который подойдет к любому мероприятию или веселому отдыху в кругу друзей. Наряд имеет универсальный размер, подходит мужчинам и женщинам. Выполнен из качественных дышащих материалов, поэтому вам будет комфортно на протяжении всей дружеской встречи. Для наполнения деталей костюма используется синтепон. Это легкий и экологичный материал. Он не скатывается после длительного использования, хорошо переносит стирку и не утяжелеет. Этот костюм сделает вас центром внимания на любой вечеринке, карнавале. Костюмы наездники стали настоящим хитом в 2017 году. Сегодня мир получил новый гаджет в лице Кронзи. Это чудо-маркер, который будет позволять тебе писать и рисовать любым цветом, который ты видишь вокруг себя. Тебе доступно всего 16 миллионов цветов. Теперь, чтобы создать крутейший рисунок, тебе не нужно носить целую сумку разных фломастеров. Тебе нужен лишь один, и купить ты его можешь по ссылке под видео. Он легко сканирует любую поверхность, чтобы получить цвет, который тебе понравится. И затем он появится мгновенно на кончике твоего маркера. Направляй на все, что хочешь, на листья, на стену, на черного кота, и получай цвет, который ты и ожидал. А при помощи приложения ты сможешь выбрать все цвета и оттенки нужной палитры, сохранить часто используемые цвета и быстро загружать их на маркер. В упаковку входит то, что ты сейчас видишь на этом экране. А сейчас представляю вашему вниманию то, что нашел на просторах AliExpress. Гриву для вашей собаки, чтобы ваша собака выглядела как лев. Изобретатели придумали это чудо-устройство, если так можно назвать это. Но народ гуманный и решил сразу же поприкалываться. Примеры вы видите на экране. И бедная собачка даже не подозревает, почему от нее все так убегают. Но представьте, если эту гриву надеть вот на эту собачку. Кстати, видео об этом доннике у меня есть на канале. А теперь, мои дорогие, я нашел для вас нечто уникальное. Заварничек в виде отдыхающего человека. Все давно знают, что настоящий чай заваривают лишь в чайнике или чашке. Но при этом каждый сталкивается с большим неудобством, когда в чашке с любимым чаем плавают никому не нужные чаинки. Теперь вы сможете насладиться настоящим ароматом любимого чая, ощутить вкус без излишних деталей и поднять настроение себе и окружающим. Человечек для заварки чая разработан из безопасного материала пищевого силикона, что гарантирует долговечность и практичность. Вашему здоровью ничего не грозит. Ситечка для чая, то есть человечек, используется очень легко и просто. Для того, чтобы заварить чай, нужно всего лишь рассоединить человечка, засыпать в него чай и снова сложить все части в воду. Теперь вам осталось всего лишь опустить заварник в чашку, зацепить за край и залить воду. Наслаждайтесь! И, наконец, самое интересное для вас, мои любимые, и вообще все. Беспроводной вибродинамик Edin Vibration Speaker. Чем он уникален, спросите вы? Очень крутой динамик, громкий, хороший звук. Но это не все. Он действительно превращает любую поверхность в колонку. При этом он на разных поверхностях и в зависимости от материала звучит по-разному. Чем плотнее и массивнее материал, тем глуше получается звук. Это просто нечто невероятное. Например, гипсокартон, фанера и стекло дают наилучший результат. К тому же основание вибродинамика выполнено в виде присоски, за счет чего она прилипает к стеклу и другим гладким поверхностям. В верхней части есть панель с четырьмя кнопками: вперед, назад, пауза, плей, принять, отклонить, вызов. Переключение треков происходит с секундной задержкой. Тут есть также два входа джек 3,5 мм, один для входа, второй на выход. Кстати, можно подключить между собой несколько таких динамиков для увеличения мощности. Единственное, что не очень продумали разработчики, так это то, что динамик достаточно тяжелый, и при установке его на вертикальную поверхность присоска отклеивается. Также я заметил, что если его придавить к поверхности, то звук становится лучше. Заряда хватает всего часа на 3-4, не более, и специально для вас показываю, как он звучит на разных поверхностях. Поехали! We'll be right back.
На этом все, мои дорогие. Я очень старался, поэтому не забудь, пожалуйста, про палец вверх. Мой инстаграм, подписка на каналчик. Все ссылочки в описании под видео. Всем здоровья. Папа, ну типа пока.